Но датчики классные. Между тем, сегодня получила продолжение скандальная история с новым съездом с Октябрьского моста, который владельцы нового гипермаркета «Окей» на правом берегу построили, чтобы избежать пробок. В распоряжении нашей редакции оказалась экспертиза этой развязки, которую провели специалисты кафедры транспорта Политехнического института СФУ. Их вывод, я цитирую, «предлагаемая схема организации дорожного движения не обеспечит условий безопасного движения при съезде с Октябрьского моста в сторону улицы Крайняя». Напомню, еще месяц назад к нам обратилась группа общественников. Они заявили, строительство нового гипермаркета на правом берегу спровоцирует на съезде с моста гигантские пробки. Тогда представители застройщика заявили, все предусмотрено и рассчитано. И новая развязка, мол, снимет транспортную напряженность. Однако, как показывает эта вот экспертиза СФУ, новый шлюз может стать ловушкой для водителей. Там слишком большой перепад высот для небольшого расстояния. Цитирую, уклон достигает 15 градусов на расстоянии 22 метра. И в таком положении при гололеде или в дождь даже автомобили на шипованной резине рискуют попасть там в аварию. Мы обратились за разъяснениями к владельцам гипермаркета и с сотрудниками ГИБДД. Первые от комментариев отказались, а в ГИБДД заявили, что само строительство развязки согласовывали без них. Потому что по новому закону теперь мнение автоинспекторов не нужно при прокладке новых дорог. Но в автоинспекции заверили, они будут делать теперь все, чтобы попытаться изменить ситуацию. Будут направлены предоставления во все инстанции, то есть в том числе и в органы власти, и в контрольно-ревизионные органы. В том месте будет приближена ряд дорожно-патрульной службы, которая будет предупреждать водителей об опасности и делать всеми способами снижать скорость транспортного потока при пересечении вот именно аварийно-опасного участка.